Итак, начинаем вечернюю ловлю. Есть! Есть первая рыбка. Блин! Сюда! Ты что, такое сопротивление неплохое было? Фух, я так подсек его, ну, уверенно достаточно. Все равно свалился. Есть, лимон кого-то тянет. Наверное, опять судачок его полюбил. А да, ну-ка. Судачок, потому что он даже не давит толком. О, а поднять не могу. Да, судачок. Наверное, все тот же дурной. Прикольно. Все тот же неадекват. Блюберт отрабатывает. Наверное, надо действительно покупать мягкие спиннинги для судака, потому что жесткие сюда, сливают сюда. Рыбу. Иди его к ступенькам. Все веди. Тот же, наверное. Ладно. Видно размер, видно рыбу. Продолжаем ловить. Начало положено. Судачок первый сегодняшний есть. Ночь длинная впереди. Надеюсь, она нам принесет побольше еще ребятушек таких. А, грамм 600, наверное. Да. Лови, братан. Ловись, большой и маленький. Короче, Димон уже в полдвенадцатого, да, окунька уговорил на изи шайнера. Вот, пожалуйста, Саня. Время у нас уже 1:00 ночи. И судачишка, вот он, отозвался. Блин, нигде не можем найти судака, а тут на озерце, на мелководье, сидит на изи шайнера. Взял на овситничек. Ой, пробил это челюсть. Да непонятно, если честно. Ну что-то там. Я, может, это самец вообще. А, ну да, самец же тоже с молоком. Ну еще течет. Течет. Еще не отнерестился, блин. Какое июня? 6? 6 июня, да, судак еще не отнерестился. Есть. Окунь. Прикинь. Я решил попробовать в поверхностных слоях воды провести приманку. Догнал окунь на падении, взял. Небольшой окунек такой. Прикольно. А время у нас 1:20. Что, прям в камыш, что ли? Да. О, есть. Ах, есть. Блин, такой ударчик. Такой ударчик был четенький. Ах. На падении. Ой, весь в песке вымазался. Некрасивый будешь ты. Ну... Есть. Ой, поклевочка такая. Ну-ка, надави на него чуть-чуть. Такая чётенькая. Тепло. Хороший судачок. Вот сегодня мой первый. Давай, малыш, беги. А, окунь, блин, хороший окунь. Смотрите, какой красавчик. Ух ты, ух ты. Ну такой, грамм 250. Да не будешь в нем 250. Ну, 200. Худой, 200. Спортивный. Ну такой, ну блин, поджарый атлет. На самом деле так светло. Сейчас у нас 2 часа ночи, а небо очень ясное. Вдалеке просто все подсвечивается. Не знаю, какая-то белая ночь. Есть. Блин, на падении. Охренеть. На падении. Это ж надо. Ой, класс. Сопротивляется. Небольшой. Судачишка небольшой. Совсем. А, щучка, блин. Ты смотри, кто это. Это щучка. Маленькая щучка ночная. Время 2 часа ночи, 2:08. Кидаю приманку в кусты, на падении вот такая вот щучка небольшая. Я надеюсь, вам видно. Нечего ее там особо подсвечивать. Вот так будет лучше видно. Небольшая, но хорошая поклевка. Четкий такой ударчик. Давай, малышка, беги. Беги, спи уже, спи. Ой, чудная. Ночь приносит сюрпризы. Рейнс работает по любой рыбе. Он уже словил сегодня 3 вида рыбы. Окунь, судак и щучка. Это рейнс, блин, не помню, как называется, но этот знаменитый виброхвостик. Я на него
только в большем размере ловил щуку на Южном Буге. Николаевцам привет. Ночью, конечно, в городе ловить комфортнее, чем где бы то ни было, так как фонари светят, и рыба тут ночью тоже более активна, чем, допустим, на каком-то глухом водоеме. Ты смотри, блин, у меня из-под носа рыбу достал. А у меня зацеп, класс. Да, ничего такая. Ты смотри. Я первый забросил, а Саня словил. Ой. На что взял? Тёха. Блин, и у меня тёха висит. Подсак давать? Да не, такой судачок. Блин, у нас деньги не поднимаются. Да ладно. Подмимешь. Ну, ты чё? Ну, хороший зачетный судачочек. Приятно, приятно. Вот он, блин, заглотил аж в самую глотку. Отлично. Хорошенький, хорошенький. Ну как хорошенький? Это начало допуска, как бы. Можно такую рыбку уже взять домой, в принципе, покушать. Время у нас 3 часа ночи. Поимка в 3 часа ночи. Но уже рассвет не за горами. Час уже будет светло. Мы пошли по канальчику. И что? Думаешь, тут рыбы нет? Такая картина. Голубь такой розоватый на таком розовом дереве, розово-цветущем. Какой красивый. Да, действительно. Под лещи все. Что они тут делают? А с нерестом у них это не может быть связано никак? Забавно, забавно, что же они тут делают? Куча, просто куча. Сколько ж их там? Да, смотрите, просто много, очень много. Ну и даже и лещи есть, смотри. Ну посмотри, вон тот. Хороший. Не, носом крутит, не хочет. Конечно, заглотить даже не может. О, блин, нападение. Ты смотри. Нападение прям съел. Да, есть окунёк. Этот уже заглотил хорошо. Давай. Есть. О! Смотри какой. Боец уже. Боец. Ой. Бедный ты мой боец. Иди. О, блин. Хорошая поклевка была на падении. Ты видел? Я в шоке, ты шо? Вот это жесть. Похоже на красноперку. О, есть. Красноперка. Охренеть. О, нет, это ясь. Это ясь. Или голавль? Нет, это не ясь, это точно. Кто это? Это я? Ясь. Это ясь. Ребята, мой первый ясь на танту. Охренеть. Ох, какая это чудесная рыба. Ага. Саня говорит, рыбы в канале нет. Ну как же нет? Вот же он ясь. Прекрасный, прекраснейший язище. Все, ребятки, давайте. Ой, блин. Какая же была мощная поклевка. Да, сюрпризы с самого утра. Язек. Первый в жизни.
Это, конечно, очень классно. Ой, была поплевка. Хорошее место такое. Течение небольшое, трава. И рыбка крутится. Кто-то там был, и хвоста нет. Вот, пожалуйста. Оп, есть. Окунек. Это окунек. Но он такой активный, у него такие хорошие бодрые поклевки. Приятно ловить. Вернусь на пару шагов назад. Надо уже идти домой собираться. Но вот здесь очень хорошие места. Там-то в этом случае приманка номер один, наверное. Ну, в плане того, что ее не жалко оторвать, там, если что, новые места пробить. И любая рыба абсолютно, как вы видите, на нее реагирует. У меня что-то за последний месяц реально, наверное, какое-то везение. То красноперку я ловлю крупную, то головля вот недавно на танту тоже. Сейчас ясь и все хорошего, ну, такого нормального, достойного размерчика. Язек такой, не знаю, сколько грамм, 300 в нем, наверное, было. Будем добирать за сани то, что он не доловил. Это у нас канал Радунский. Разрешение ПЗ-2, которого у нас нет. Поэтому мы на свой страх и риск ловим здесь. Да, тут и голавлик, и форелька, и язик. Есть, догнал. Окунь. Окунечек. Блин, какая чудная погода. И рыба клюет. Вот она в канальчике. Там на Матлаве почему-то нет. А здесь, пожалуйста. Можно так не спеша себе идти, прокидывать. Оп, есть. Ха-ха. Тоже окунек. Вот такой вот окунечек. Мелкий, но бойкий, очень бойкий. Какая-то птичка сидит там в кувшинках, клюет носом. Идешь себе не спеша, полавливаешь рыбку. Чем не чудо. Так, зацепы нам не нужны. Да, конечно, здесь бы моя коробочка с воблерами была очень кстати, с одинарничками. Оп, есть. Есть. Окунек атаковал. Оп, есть. Есть окунек. Да, канал, конечно, чудный. И рыбки действительно много. Видно, как она гуляет. Есть. Короче, окуня, видите? Один за одним, получается, ловятся. Ой. Ну, окунь или что? Ага. Саня говорит, что-то чуть крупнее клюнуло, но не знает что. Знаешь, я заметил, что апстрим почему-то, ну, не хочет клевать что-то у меня. Только под 90, если кидать. О, головы. Вот он. Да, вот он. Сейчас. Вот тут. Хороший голавлик был. Есть. Есть окунек. Еще один. О! А вон и голавль, только что увидел его. Давай, малыш, беги. Саня там какую-то чудную рыбу словил.
Онега? Уклейка. А, уклейка, Онега послышалось. Уклеечка, да, от наблюдника. А я видел только что такого головля. А где он? Вот там. Есть. Щелкунь сорвался. Блин, фу. Это был головыль. Ты видел, какая была поклевка? Я вижу, какой водоворот вышел. О, есть. Но это не головы. Но это хороший окунь, если это не головы. Вот, пожалуйста, бери. Есть. О. Но это окунь. Это окунёк. Потенциально успешное место. Хватит. Блин, хорошая была поклевка. Смотри, всю голову. Вот у тебя под ногами, прямо вниз. Вижу, вижу. Это не голова, это форель, дядя. Это форель. Форель? Да, посмотри. Это форель. Вон, 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 вон. Короче, форель вот такая вот, чтобы вы понимали, хорошая форелька. Это килушка. О, первый головлик, поздравляю, Саня, отличился. Все, можешь ставить таракана, на блесну ты поймал. Оп, есть, что-то есть там. Окунь. Зараза, чё ты? Вот смотрите, стоит головль, окунь и такая вот форель огромная. Это, конечно, шок. А ты мне говоришь, смотри, какой головль. А я смотрю, а у нее пятна. О, блин, фу, такая поклевища была, я в шоке. Да что ж такое, блин, чего ж ты не садишься? Вот, ребята, стоило всю ночь промучиться, чтобы с утра прийти сюда на канал и получить такой нереальный кайф. Ясь, форели, блин, летают тут, головли. Саня кого-то тащит, это кажется головлик. Опять головлик, ты смотри. Да, убил, может, раз 6. Блин, а я не могу никак головлика поймать. Ага, сорвался. Так, Саня тащит форель. Или что это? Головой крупный. Нет, форель, форель. Это форель. У меня как раз перевязывал крючок. Это та форель, которую он сегодня хотел. Это хорошая форелька. Это хорошая, очень хорошая форелька. Я не хочу полить место, она все равно согласила. Да. Ой, класс. Класс. Давай под так, Сань. Это что? Пойдет по цене? Да, это хорошая форелька. Класс, поздравляю. Вау! Тихо, тихо, тихо. Вот это бомба. Вот это форелька, ребята, я понимаю. Я представляю, как она сильно сопротивлялась. Класс. Зачетная проходная. Зачетная рыба, да, Саня заберет ее на уху. Ребятам покушать будет. Ассорти рыбная у нас сегодня. Давай мне, наверное, блесну. Да, сказочные места, конечно. Посмотрите, как луч света высвечивает кусок воды. Очень круто. Да, и тут такие вот прикольные фонтанчики сделали. Классно. С чего ты взял, что с радуней сюда лечь не зайдет? Каким образом? Там же водопад, смотри, метровый водопад нет. Здесь, 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 здесь. Даже не забавно. Оп, есть. Ого! Окуняра. Хороший. Наблеснул, да. Хорошенький окунек. Придется тебе еще одного взять. Смотри, смотри, сколько еще вышло. Посмотри. Да, кабанчик. Ой, сделай мне кадр, хорошо? Давай. Смотрите, ребята, какой хороший окунёк. Ух, классный. Оп, есть. Кто там, кто там, кто там, кто там? Щучка маленькая, я в шоке. Ой, малая, что же ты? Беги. Вся стена заросла таким диким виноградом, плющом.
Да, ребята, пора заканчивать. Удовольствия получено очень много. А как известно, хорошенького понемножку. А сегодня хорошенького было очень много. Лицо у меня, наверное, такое онемевшее немного, потому что ночь не спали. Ходили мы сегодня всю ночь, искали судачков. Ну, нашли, можно сказать, пару штук поймали. Я одного, Саня там несколько штук поймал, Дима тоже. Но что открылось нам утром, это, знаете, это как сквозь темный туннель. Ты идешь, идешь, идешь и выходишь на свет, попадаешь вот в такую сказку. Посмотрите, какая травичка, какие цветочки вокруг. Солнце светит, тихо, спокойно, тепло. И такая классная рыбалка. Форель просто бомба. Ясь. Крупный окунь. Да и не то, что даже эта рыба вся, которая ловится. Ну, я ловил как бы такую рыбу, хотя я никогда в жизни не ловил. Но сама атмосфера этого водоема, этого канала, это канал Радуньский, она настолько теплая, настолько приязненная, что остаются только самые светлые и теплые чувства. Заканчиваю рыбалку, иду спать. Спать уже хочу, не могу. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всего хорошего и до скорых встреч.